это осуждаю и буду осуждать, потому что я это осуждаю. Осуждаю, осуждаю, осуждаю. Да уж, ну и рожа. Ты свою видел? Да. Ну и чё? Пиздец. Сколько на лысо прострижешься? Возьмешь пиво и в танки поиграешь? Хочется понять, чтобы ты мне закинул как можно больше денег, но я не буду этого делать. Короче, могу только пиво взять. В танки играть не буду, на лысо стричься не буду. Ебать, прикид блатной. Я вернулся из небытия! А-а-а! Негры! Амперсян собака доллар. Да завали ты уже рот со своим долларом, ублюдок! Ой, сука, из-за дауна я нажал, не продолжил перезапустить. А тут будут ему это 15-летние девки, которых он домой приводил или нет? Да, осуждаю. В игре, сделанной за банку пива, боевка лучше, чем в смуте. Ахах. Че на машине нельзя ездить, блин? Почему одни девки ходят, блин? Девки все равно рапичу не дают, блин, что они тут ходят? А? Нихуя себе полетело. Это я красивый мужчина, мне все женщины дают, а ему-то ему никто не даст, блин. Я красивый, а он так себе. Если брать по шкале Рихтера, у меня 10 баллов, у него 2 балла из 10. Видите? Молодой человек, пожалуйста, не отведете мою мать на кладбище? Это через дорогу. Я очень спешу на работу, я вам заплачу за ваше время. Звучит как, не знаю, квест по доте. Просто, блядь, челик, допустим, не знаю, сидит в доте, ему квест выдается. Отведи мать на кладбище. Пиздец. О, бред. Так может я сразу здесь, блин, и все. Да, осуждаю. Сколько можно ждать операцию в КС-ке? А ждать не нужно. Операция Jungle Blade на Epic Drop — это лучшее, что могло с тобой произойти. Почему? Да потому что операция стоит 600 рублей, но для тебя по специальной ссылочке снизу она бесплатная. Экономия на ровном месте. Да потому что первые квесты операции — это подписка на соцсети, открытие бесплатного кейса и прочая легчайшая хрень. Да потому что уже за 15-й квест ты получишь случайное тайное АВП, за 30-й и 45-й перчатки, а за 60-й последний квест операции ты получишь гарантированный бесплатный нож. Операция продлится всю весну. Прогресс квестов сохраняется. Выполнять задания можно хоть каждый день, поэтому советую начать тебе прямо сейчас. Ссылочка находится снизу. Ready? Думаю, пора вычитать эту мразь и калечить. Ну, выбора нет. Да как инвентарь открыть? Мне нужно дубину достать. Почему же ты тупой? Сука! Чудя мать! У меня хпшка почитал на мешке. Пизда, пацаны. Погнали сюда. Хпшки нету, надо пиваса выпить, блять. О, ну это конечно, два удара и все. Почему тут нету помощи? Сука! Научи играть меня, пожалуйста! Умоляю, научи меня играть! Пиздец, ебать! Как хп восстанавливать? А где колонка? Это мне Зябл скинул игру, говорит, зацени. Я во всю играю, что мне Зябл кидает, понятно? На оценку. Конечно, смута получше, это все хуйня.
Но скелетов столько, пиздец. Нужно колонку сломать, вот ту. Ебать, изи. А гачи это кто? А, тут не одна колонка. Ну хуя не игра, в натуре кал какой-то. Все. Покиньте кладбище. Ага. Ну все, я игру прошел. Ты шо, соска тухлая? Ты шо, ты меня оскорбляешь? Ты как смеешь, ты гадость. Да я прожил больше, чем тебе лет, ты, сынок. Мне 54 года полных сегодня. Сегодня день моего рождения. А ты смеешь горланить на меня? Ай-яй-яй-яй-яй. Слышь, петушок, может тебе надрочить наебало, а? Ну все, пизда, девочки. Ебать, он сейчас соснет моего били бабуша. Ты шо, соска тухлая? Сука, брат! За шо, сука? Хорошо, деда, сука. Взял дуру дурная, барыга ты ебучая. Встала раком, сняла штаны. Help me, please. Выбор? Help me, please. Выбор, ты где? Please help me. Я не вижу выбора. Я отказываюсь. Help me, please. Please help me. Лучшие в мире заработай! Что за бред, блядь? В чем концепция была? Так я не понял. Чёрт ты дурной. Ну все, давай, ты беспонтовый, ну тебе нахуй. Масло, масло надо, деду, масло, масло. Да, это жестко. Масло, блять, масло. Задержка в развитии. У меня задержка в развитии. Машинное масло, блять, масло, свеженькое, желтое масло. Это было одновременно глубоко, и я нихуя не понял. Масло, блять. Хочу масло скорее! Масло, сука! Сука, масло! Слейте масло с танка у танкистов. Опа! Опа! Оу! Здорово! Сука, ты видишь, я занят масло, я сливаю. Ааа, какой же ты даун! А, все, я Максима слил. Двое сынишка, толстым бедуин. К тебе подходит бабка, что ты делаешь, родной? А ты ему в ответ отстань, сука. Я играю в танки, я кончаю себе свой любимый крамбелек. Это да. Я охуел. Что она, сучка, делает? Я тупо играю. Скажи, Гал! А? Не могу понять. Да я скоро 10 ЛВЛ. Скил! Масло свиль. Ебать, ну и бред, а. Рапа опять отсосал. Да что ж такое-то, а? Посасывай, пацан, везде. Ладно, похуй, игра хуйта. Нормально, ну пойдет, да. Это, конечно, не смута наша великая, но, как говорится, здравствуйте.